Вот уже более 10 лет в Полоцкий пограничный отряд приезжают подростки из Новополоцка для того, чтобы буквально на 2 недели окунуться в армейские будни. В нынешнем году лагерь «Патриот» вновь открыл свои двери. Прежде чем полностью погрузиться в жизнь погранотряда, обязательная торжественная часть – открытие новой смены, после чего эти 30 ребят примерят на себя роль настоящего пограничника. Ведь ключевая цель лагеря «Патриот» – развитие патриотизма и популяризация службы в пограничных войсках страны. Основной цели данного лагеря – это, первое, привить определенные навыки военной службы, дисциплинированности. То есть по окончанию лагеря сразу мы увидим разницу детей, которые до лагеря и после лагеря. Они будут более воспитанные, более мужественные, более ответственные. В целом военно-патриотический лагерь за более 10-летнюю историю зарекомендовал себя только с положительной стороны. Всегда у ребят были положительные отзывы. Положительные отзывы, главное, были еще и у родителей ребят, которые видели отличия тех ребят, которые до лагеря и после лагеря. За эти 9 дней ребята узнают, каково это быть военнослужащим пограничной службы Беларуси, узнают историю, научатся оказывать первую медицинскую помощь и ориентироваться на местности, будут заниматься творчеством и спортом. Программа подготовлена для ребят, достаточно насыщенная. На протяжении 9 дней наши юноши будут знакомиться с материально-технической базой Полоцкого пограничного отряда, погрузятся, насколько это будет возможно, непосредственно в жизнь суровой будни военнослужащих, воинов-пограничников, обретут определенные знания, навыки и умения, ознакомятся с тем набором вооружения, которое сегодня состоит в Полоцком пограничном отряде. Ну и действительно, немаловажно, это будет достаточно большое внимание уделено вопросам именно гражданско-патриотического воспитания, подготовки наших ребят к прохождению, к дальнейшему прохождению военной службы. Экскурсии запланированы и в Хатынь, и музей «Прорыв» в Ушаче, и пешая экскурсия у нас 15 километров есть пройти на Фаринов, где Кутняны, Полоцкий рубеж. Туда есть у нас такой комиссар, хранитель традиций Полоцкого рубежа. Мы его приглашали второй год уже подряд, обещал с нами прийти. Плюс приезжает, буду стараться, и физкультурно-спортивный центр, и ДДМ. Сразу после торжественной части ребят познакомили с устройством Полоцкого пограничного отряда, его историей, а также анонсировали программу будущих дней в «Патриоте». Судя по горящим глазам юных новополочан, им точно будет интересно. Причем и тем, кто не единожды бывал здесь, так и впервые приехавшим в лагерь. В лагерь я не в первый раз. Я 3 раза ездил в лагерь. На этой части я 2-й раз. Каждый раз я приезжаю, и нас много чему учат. Разборка автоматов, например. В подобном лагере я не впервые, конкретно в этой части в первый раз. Здесь мне пока нравится, все отлично. Хотел научиться чему-нибудь новому, закрепить старое. И познакомиться с новыми людьми. Интересно будет в основном изучить саму территорию пограничного отряда, изучить местность, проникнуться самой службой пограничников, как что проходит. В ближайшие дни молодые люди будут не только тренироваться и обучаться необходимым военнослужащему навыкам, но и побывают с экскурсией на одной из пограничных застав. Елизавета Борбат и Сергей Пальцев, телеканал «Звезда».